Привет, друзья, с вами Saint Sam, и мы продолжаем играть в Dark Souls, нас ждет третья серия. Сейчас я расскажу вам, что изменилось за эти несколько буквально минут, пока я играл без вас. Я прокачал себе сбегал рапиру, попробовал ей пользоваться, вот я пользовался рапирой в Bloodborne, мне очень понравилось. Здесь тоже себя отлично показывает. Так, ну что, сейчас покажу вам, как она работает. Это такой... Я почему это вообще сделал? Потому что я нечаянно запорол свои те скимитары, потому что я, скажем так, попытался улучшить их. Они у меня были огненными, а я их улучшил на самоцвет. И в итоге они просто перестали быть огненными, и все, и стали бесполезными. Совершенно меня это убило, и расстроился. Все дела. Так. Так, пробегаем. Нам нужно быстренько вырубить этого вот сволочи. Тут... Есть. И идем разбираться с рыцарями. Да. Не спеша, главное, друзья. Моя рапирка плюс может бить из-за щита, как видите. То есть я могу стоять под щитом и постояться пробивать как бы из-за щита. Или просто делать большой выпад. Либо очень большой выпад. О! А что она делает как за ману, я не знаю. О, нифига себе, какой выпад. Ну ладно, поехали. Не забываем, сейчас внизу противники будут. Так, вот здесь. Оп, оп. И тебя заодно тоже. Так. Я не знаю, есть желание проскочить этого мудака, но... Видите, как получится. Давайте попытаемся к нему подкрасться сзади, если получится подкрасться, конечно. Нет, не получилось подкрасться. Сволочь нас спалила. Так. Ну что ж. Оп. О. И назад. Так, давай-ка ты немножечко себе задницу подпалишь, нет? Не подпалит. Ладно, давайте мы... Оп. Оп. Черт, попал, ладно, достал. Ах ты ж скотина. Ну, блин, давай, ублюдок. Ой-ой-ой, как больно. Надо отойти похилиться немножечко. Ух. Сдох, падла. И хорошо. Так, что мы получаем? Мы получаем немножечко поинтов всего и двигаемся дальше. Так, все эти уже развалились здесь. Так, опа. Да, рапирка мне нравится гораздо больше. Она как раз прокачана на ловку. То есть там С-Си на ловку. Очень классно. Неса. Сим. Так, здесь есть рыцари. Их можно тоже выпиливать. Давайте сейчас этим займемся. Если не паниковать, то рыцарей, в принципе, можно даже легко убивать. Сейчас вот попробуем, попробуем с мечи, с этим, с копейщиком разобраться. Давай. Давай, 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 давай. Главное, не тратить стамину полностью. Это все, что требуется вот от нас. Это что-то новенькое. Я такого, кстати, от них, друзья, не ожидал. Серьезно. Вот сколько мы копичек тогда убивали, да, и такого ведь они не сделали. Так, стаминку. Ой-ой-ой, полностью потратил. Полностью потратил стаминку зачем-то. Давайте полечимся еще. Ну что я делаю? Ну зачем я так... Ай, это хрен с ним. Хрен со мной, точнее. Да, у нас, кстати, 6 эстуса, мы сбегали к кузнецу, отдали ему тот кусочек, который мы нашли. Давайте-ка разберемся с этим товарищем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Упал. Один эстус остался, друзья, просто... Блин, мало. Так,
Там еще сверху, кажется, рыцарь бегает. Да. Давайте с ним еще разберемся. Ох, отлично. Злобный такой, слушайте, а? Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Все, ты умрешь. А у нас не осталось Эстуса. Мы жили последний только что. Ну да ладно. Люцернский молот. Давайте посчитаем, что это вообще. Ну, понятно, что это на силу. Древковое оружие с длинным, твердым, острым наконечником, предназначенное для кое-чьих атак. Люцерном можно атаковать, как обычным молотом, или размахивать им в стороны, чтобы пробивать через щиты. Ох, хорошо. Что-то мне под... А что там такое? Это... Это противник, причем какой-то хитрый. Мы умрем, наверное, друзья. Назад. Оу! Один удар? Пожадничал я, пожадничал. Итак, друзья, мы снова здесь, рядом с этим мудаком. Я думаю, мы его не убьем. Осторожно, рыцарь. Да, тут надо, конечно, помощь. А тут у нас, наверное, будет босс. Уже очень похоже. Там, случайно, не костер? А... О. Блин. И что здесь нас ждет? Может помочь язык, но дыра. Слава сзади. Здесь будет босс, друзья. Я видел это в ролике, все это видели. Твою медь. Ну, хрен его знает. Надо было бы, наверное, как-то... Ну, давайте посмотрим. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Подождите, здесь должен быть босс. This farewell gift, it is the insignia. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers. Then etch this upon your heart. And the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. О, первый квинант, что ли? Лазурный путь. Так, ясно. Ага, здесь должен быть босс. Все-таки не сейчас, а, видимо, потом. Когда здесь какую-то чашку должны будем поднять, и появится... Вот из этого вот витража спустится босс. Так, Ковенант. Заключить Ковенант с лазурным путем. Да, да, я могу, если что, помогать людям. Хорошо, хорошо. Я думал, я сейчас будет, но нет, значит нет. Так, нам нужно подписаться к подножью высокой стены.
А, ну ладно. Так, немножко вкачаемся, потом залупим этого рыцаря, потому что, ну, он нас очень сейчас легко убивает с одной плюшечки, это несерьезно. Хотя бы два удара, ну, тут уже что-то было бы, один, это просто смешно. Так, рыцарь, давайте разберемся с рыцарем. Три. Раз, два, три, рыцарь гори. Да, когда знаешь, что делать, в легкую откидываются. Так, друзья. Что у нас? А, у нас здесь обычные эти чуваки. Не страшно, не страшно. Здесь должен быть... О, да, вот он сидит. Готов, красавица. Вот что из него было. А, штаны на продажу пойдут. Копеечки совсем незначительные, но просто так, для галочки. Ничего себе зацепил, вот это посмотрите на него. А может здесь будет первый босс? Не может даже, а точно. Осторожно, сильный враг. Давайте-ка разожжем снаряжение, инвентарь, уголек. Использовать. И поищем себе на помощь людей. Да. Призыв фантома. Призыв фантома. Призыв фантома. Призыв фантома. Ну, посмотрим, сколько из них сможем призывать. У нас 4 штуки вроде бы выбрали. Как же там на босса без фантомов-то проще? О, привет. Еще один. Приветик. Ты здесь, товарищ? Товарищ здесь. Ну, поехали. Втроем как-нибудь разберемся. Опа. Здоровенный металлический зверюга, ё-моё. Главное не суетиться. Так, друзья. О! Он начал наших парней прессовать. Так, что-то со звуком. Виски, кстати, сейчас. Я слышу прям совсем. Да-да-да, потихонечку. Опа! Отлично. Ребятки, я вижу, его там прессуют вовсю. Молодцы. Ой, что это такое? Это на подальше нужно? Нет, нет, нет. А, это он стал более диким просто. Может, черт такой, а? Это что за радость такая? Давай, 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 давай. Отлично. У-у-у, вот это было в компании с людьми просто очень легко. Есть! Спасибо вам, парни. Душа ворда из Холодной долины, если я не ошибаюсь. Так, ну что, парни? Все, свое дело сделали, вы отчалили. Пойду я, наверное, кому-то помогу, раз уж так. Раз уж такое дело-то. Сколько мне тут? Душ 4000 дали? Даже меньше дали, совсем немножко. Оставляем свой знак и будем помогать сейчас. Так. Есть. Ну, давайте зовите меня, кто хочет. Так. Здесь поставим записочку пораньше немножечко. О том, что шаблоны, впереди слова
Объекты, может быть, нет, не объекты, существа. Монстр, враг, чудовище. Жук, краб, гигант, воин, бандит, чародей, бла-бла-бла. Ты, гад, святой, безбожный, богач, еретик, лжец. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, что это типа босс. Фантом, темный дух. Давайте темный дух напишем. Так, оценки 5. Интересно, меня вообще призовут или нет? Интересно же, все-таки. Интересно, давайте почитаем о душе немножечко. Душа Ворда из Холодной долины. Одна из душ, переполненных мощью. Используйте ее, чтобы получить множество душ. Или произведите транспозицию, чтобы раскрыть ее истинную силу. Ворд служит рыцарем-легионером. А, служил рыцарем-легионером на внешних границах и держался недалеко от стремительной танцовщицы. Итак, друзья, нас призывают в другой мир. Окей. Нельзя прийти в фантома, так как время стекло. Так это окей. А нас-то призовут? Эй-эй-эй. Я хочу тоже пойти, наверное. Нет? Почему? 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 А, стоп. Так вот же. Призыв на досаду, как время истекло. Понятно. Ладушки. Оставляем еще знак. Так, а что мы можем переключить? Мы можем поставить. О, у нас есть, кстати, какие-то особенные же, да, кажется? Позвать. Позвать. Приветствие мы поставим. Давайте сюда. Давайте вниз. Восторг сюда. Так, и приветствие поставим на третью. Не туда, не то. Все, так. Так, приветствие. Помахать. Хорошо. Что у нас еще есть? Рухнуть от досады. Давайте рухнем. Нет. Нет. Просто печаль, беда. Так, ну что, нас кто-нибудь призовет или нет? Подождем пару минут и почешем дальше. Ну, хочется кому-то помочь. Но на самом деле нам только что так помогли. И вообще прям ничего, на бусе никаких затыков не было. Конечно же, хочется самому поучаствовать в этом деле. Ваш знак призыва исчезает, потому что я зашел за границу, видимо. Ладно. Давайте еще один оставим. Ну, пока нас призывают, покопаемся в инвентаре, посмотрим, что у нас есть. Так, связь с другим миром. Ладно. Угу. Предмет для игры по сети. Венец белого пути. О как. Талисман охотника на нежить. Делает эстус неэффективным. А, то есть выключает эстус, если вдруг на вас напали. Или вы хотите просто выключить моба, который может хилиться. Можно его выключить. Так, ну душу, конечно, мы кушать не будем. Ее хочется сделаем, как бы. О, да, друзья, нужно еще зайти в настройки и сделать музыку немножко громче. Чуть-чуть буквально. А то, для того, чтобы вам было слышно, я сделал тихо ее, а она... Так, интерфейс авто, он пропадает время от времени. Ну что ж, нас позовут или нет? Зовите, зовите нас. Джок, нельзя по-нормальному через Steam коннектиться, прям совсем так, чтобы уж. Или можно, если можно, друзья, если вы знаете, как тут можно действительно легко приконнектиться. Вау, какая красота. Вы, пожалуйста, пишитесь в комментариях, я буду благодарен вам за это. Ну что нас, никто не позовет? Хей-хей-хей. Ну ладно. Так, давайте-ка этот знак уберем. Так, убираем знак призыва, ставим его куда-нибудь сюда. А почему нельзя? А, то есть там же... ясно. Кстати, узнали это? Те самые пилигримы, которые шли в самом начале ролика. Я не знаю, что они здесь делают. Я немножечко пока не понимаю происходящее. Ну, то есть как? Понятно, что происходит... Я думаю, вот эта вот женщина, которая нам там сказала, что нет, это все подстава. На самом деле, ну, там потом будет босс.
мы выходим из этого самого замка гигантского и сейчас выйдем, так понимаю, на новую локацию. Так, ну что? Ну, нет, так нет. Как бы мы же не можем силы приказать нас позвать, да? Потом можно пофармить будет. Здесь опыт, ваш знак призыва исчез. Поехали. Давайте полюбуемся, посмотрим, что ж нас ждет впереди. Кстати, 4000. 4000 можно было бы, наверное, сходить на базу, вкачать один уровень, а потом уже пойти дальше. Отправиться в храм огня и прокачать нам рапирку. Не знаю, что там за оружие будет дальше, но насколько титанит, они, в принципе, выбиваются из обычных мобов. Можно фармить при желании... Анлима, так что качать нужно. Вот крутые осколки, крупные осколки, вот там даже не осколки, просто куски титанита, вот то да. А самые крутые вообще, Dark Souls и стрелы, Bloodborne встречались, по-моему, вообще раз-два за игру. Так, давайте, укрепить оружие. Па-па-па-пам, рапира, а, 4 нужно уже, о, у нас только 2. Укрепить флягу с эстусом, распределить эстус 6 у нас, понятно, починить снаряжение, есть что чинить, чуть нечего. Ну, больше ничего, значит. Хорошо, давайте тогда к женщинке. К этой сначала. Продать предметы. Так, что мы можем продать? Рыцарский арбалет. 500 стоит. Продать. Так, палаш. Палаш, в принципе, штука неплохая. Ого, копье рыцаря Лотрика. Это классно. Ловкость 20 требуется прямо вот так. Ну, хорошо, давайте пока припасем. Этот мусор можно продавать смело, но пока ладно. Щит. Наш старый щит, наш новый щит. Шлем рыцаря. Это для, если мы решим перекачаться в крутое одеяние, то нужно пускай оставим, пускай будет, как говорится. Может пригодится когда-нибудь. Ну, продавать, в общем-то, больше нечего. Кстати, друзья, может, это наш ключ? Давайте-ка сейчас кое-что проверим. Я повысить уровень хочу. Так, давай повысим уровень с тобой, стойкости качнем, мне очень нужна стаминка, прям очень. 17 уровень у нас сейчас, друзья, хорошо. И сейчас мы проверим чуть-чуть, так, отправиться вот сюда. Перед тем, как идти в следующую локацию, я ключ не использовал, я знаю, кажется, где он используется. Сейчас посмотрим. Там вот сейчас 3 уровня есть. Я всегда спускался на втором и бежал вон туда вот в бок. А можно ведь и... Нет, не сюда. Так. Ага, а у меня есть щит. Ага, ага, давай. Опа, отлично. Вот туда вниз можно спуститься, друзья. И там что-то должно нас встретить. Ага, ага. Приветик, ой. Так, с этим разобрались. Так, там нас ждет подвальчик с лутом. Давайте пробежимся. Есть, хорошо. Метательные ножи. Ну, фигня, в принципе. А из этого что выпало? Фигняя бомба. Тоже хорошо. Так. Лут. Что-то выпало только что. Панцербрейхер. Маленький меч для колющих атак. Понятно, что типа кинжала. Вот здесь, друзья, должен быть узник. Да. Ключ от камеры использован. Хорошо. Давайте поговорим с ним. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. Mm-hmm. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say that? No.
ну что скажу? Скажу, что, конечно, удовольствие есть просьба. Почему бы не занести? Хорошо. Серокрыс. Да, про него я слышал. Собственно, поэтому и знаю. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. Кольцо с синим слезным камнем. Давайте посмотрим, что это за кольцо такое. Можно ли его одеть? Да. Кольцо с редким драгоценным слезным камнем. Временно усиливает поглощение урона при низком уровне здоровья. Считается, что такие камни — слезы горя богини Каифы. Угу. А слезы всегда красивее перед смертью. Офигеть. Прям мрачнуха. А вот теперь, друзья, можно валить куда-нибудь и уже выходить за стену. На этом заканчивая серию, по сути. Так. Блин, ну иногда графика такое мыло. Мыло мыльное. Просто вот... Ужас, какое мыло. Иногда, правда. Так. Отлично. Отправиться. Так. Цвайхендер. Меч с... невероятно длинным клинком. Да, знаем мы такой меч. Только погрузились, хорошо. Ну что ж, выходим, друзья. Аккуратненько, не спеша выходим. Смотрим на всю эту красоту. О, как. Да, вон, наверное, то поселение. Вославь солнце. Опа. Нам дали баннер, который мы поднимаем сейчас. Женщина нам дала, вот, которая сидела напротив баннера, мы его... Ой! Это, друзья, орлы. К нам летят орлы. Да, очень странно всегда сделано в соусах. Там нас один ворон гигантский перемещал. Вот такие же ребятки нас таскали. Просто хватают и куда нам им нужно несут. Чему-то обусловлено, вообще никогда не понимал, но ладно. Ладно и ладно. Вот, бонфайр. И все, на этом серию мы закончим, друзья. Какая же красота. Просто обалдеть. Поселение нежить. Фух, ну что ж, исследовать его будем позже. А пока я прощаюсь с вами. Если вам понравилась эта серия, друзья, и нравится игра, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал и оставайтесь со мной. Услышимся. Пока.